Члены общественной палаты уделяют большое внимание проблемам следственных изоляторов, и решать их нужно последовательно. В минувший понедельник состоялся круглый стол по вопросу переполнения СИЗО. К этой теме общественная палата обращается уже не первый раз. Только за прошедшие несколько месяцев у нас состоялось порядка 4 мероприятий, на которых мы уже эту тематику поднимали. Эта тема вошла отдельным разделом в годовой доклад общественной палаты о состоянии гражданского общества. Плохие условия проживания и отсутствие пространства – не главная причина переполнения СИЗО. Основные проблемы – завышенные требования следствия при выборе меры пресечения. Мы считаем, что необходимо, безусловно, более внимательно следствию относиться к изучению личных характеристик непосредственно обвиняемых и подозреваемых. Судям не бояться того, что их обвинят в какой-то предвзятости или о том, что они коррумпированы в связи с тем, что они не удовлетворяют решения или не удовлетворяют ходатайство следователя об избрании меры пресечения, такой как арест. Повысить компетенцию суда. Сейчас же решение избрание меры пресечения, ведь заключение под стражу принимает суд. Но суд крайне ограничен в своих процессуальных возможностях. Он не может исследовать доказательства, которые уже к этому времени набрал следователь. Он не может запрашивать у него какие-то бумаги. Одним из решений проблемы может стать запрет для начальников. Если мест в СИЗО нет, то нельзя принимать новых заключенных. Также надо проводить постоянную проверку, кого из уже заключенных можно освободить досрочно.